Привет, земляне! Я Юрий Сутурмин, и вы на вашем любимом канале «Сельский шуданник» Юрия Сутурмина. Итак, подошли к улику. Вот это вот отводок, который мы делали недавно. Значит, делили в другой улей, струсили всю пчелу, оставили там половину рамок оставили здесь. Значит, матка осталась там. А здесь вся летная пчела. И мы сюда срезали все маточники, что у нас получилось. И вот посадили в такие клеточки. Вот матки вывелись. И я посмотрел, там еще у нас, значит, пчелы оттянули новые маточники. Мы сейчас их срежем и поставим в другие клетки. Пусть они выводятся. Тогда мы сможем сделать... Тогда мы сможем сделать еще дополнительно отводки и сразу подсадить туда неплодных маток, что ускорит процесс развития семьи. Итак, иду за клеточками. Значит, вот у нас есть канди еще дополнительно. Так. Кстати, о демаре. Тут у меня заправлена гнилушка, но она сейчас закончилась. И нужно искать новую. Но я еще, значит, заправляю демарь вот таким вот яичными сотами. Они немножко хуже дымят, мне не очень нравится, но когда нет под рукой гнилушек, я использую это. И хранить легче. Так, поехали. Значит, что мы сейчас сделаем? Здесь вот у нас получилось так, значит, что тут у нас? Здесь у нас что? Достанем их. Вот, здесь вот маточка вышла, она бегает живая. Мы ее сейчас закончим, когда работы, подсадим в этот тубик. Вот, отложим ее пока. Отложим ее пока сюда на рамочке. Так, смотрим. Вот здесь кормовая. И вот рамочка с расплодом, и тут есть маточник. Где он? Где-то есть. Я сейчас тряхну пчел, и мы все увидим. Так, вот маточник. Тянули с этой стороны, и внизу вот маточник, он так прикреплен, можем не срезать, лучше брать с центра, но он тут маленький, неважно. В принципе, значит, возьмем, срезаем, как бы удобно.
Тут он отвалился, но отвалился вроде аккуратненько. Так, аккуратно. Так, вот еще два. Сколько тут? Раз, два. Мы их убираем все. По-любому они нам не нужны. Потому что... Сейчас подсадим сюда матку. По идее, она должна не получилось здесь на проволоке. На проволоке неудобно слезать. Так, а этот он мелкий, мы его просто уничтожим. Он нам, наверное, не нужен. Попробуем. Значит, все маточники я убрал. Следующее. Здесь тоже, по-моему, есть. Сейчас это все. О, закроем. Так, нововведение. Лучше брать маточники с центра, если они хорошие. Ну, и здесь вот они поприносили, уже практически запечатали. Все, мы это забираем на откачку. Так, ну здесь есть им работа, в принципе. Так что мы пока ничего не подставляем. Так, берем матку. Вытаскиваем вот эту вот ерунду. И ставим ее вот сюда. Все, и пчелы разгрызут это и выпустят ее. Так, это мы тоже оставляем здесь. И закрываем. Так, а эти маточники мы сейчас поставим в эти клеточки, опять же, на ту рамочку и оставим, пусть они выводятся. Все. Заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, делитесь этим видео с друзьями. А пока-пока.